это вот. Вот давайте честно говорить. Половина родителей возмущается со спиной тренера. Половина детей так же кричат, что они не будут уточним, потому что я-то хотел в начале августа, где-то первых числах, вместе дней 5, втягивающие еще, и поехали туда на неделю. Поехали, дня 3 я им даю выходной и вкатываемся в дорогу. И дети при деле, да, заняты. Тогда так останавливаются. Ну, честно говоря, все рядом, все бюджетные приехали. Извините, какой ты меня за неделю беру. И все, если мне звонишь, не надо звонить. Вот еще раз, очень мы примерно, вот примерно где-то с 7 по 14 будет сбор августа. С 1 по 2 августа. Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы рады вас приветствовать на матче первенства России по футболу среди команд премьер-группы «Зона Москва». Встречаются команды «Приалит» «Реутов», «Средино» 2 «Москва». На поле команды 2000 года рождения. Прослушайте составы играющих команд. Наши гости. «Средино» 2 «Москва», синяя форма. Номер 1. Владимир Вороненко. Номер 17. Иван Беляков. Номер 11. Михаил Кислянский. Номер 5. Артем Шестаков. Номер 35. Степан Гирков. Номер 29. Дмитрий Долгий. Номер 18. Станислав Перов. Номер 32. Артем Мугулаев. Номер 9. Илья Маринкин. Номер 33. Михаил Стрельник. Номер 10. Владислав Нечаев. Тренер команды Александр Голевец. Хозяева поля Приорит Реутов. Красные футболки, желтые гетры. Номер 16. Алексей Быковский. Номер 2. Кирилл Гарин. Номер 6. Данила Науменко. Номер 7. Сергей Бакушев. Номер 9. Мартун Давтян. Номер 14. Егор Панин. Номер 15. Иван Шумаков. Номер 17. Артем Бояренко. Номер 21. Никита Фетисов. Номер 12. Даниил Горенкин. И номер 26. Иван Агеев. Тренер команды Максим Зюзин. Матч обслуживает судейская бригада в составе. Главный судья Вячеслав Тарасов. Помощники судьи Дмитрий Жилинский, Алексей Ценгер. Тему закрыли.
Марине на лето. Маша, да.
Мяч в ворота команды «Преолит» забил Никита Кислянских, номер 11. Дим,
Да,
Сейчас ей гражданство сделаем быстренько, а мы тебе это.
Отправление СМС, звонки постоянно, а нам очень сильно.
А почему бы и нет? Реализм.
Вы за них все делаете, поэтому тепличные условия. Вот, а как тепличные? А спорт, я не могу, я хочу надо.
миллионер. Вот найдите книгу. У него много книг там, я сейчас не помню какая. Там одна из бизнес-тренеров. Сегодня владеет проходом, а пятерочник и книжный исполнитель. Знаете почему? Потому что два вопроса. Тема сегодня проходит.
Thank you.
Ваня водички попил. Никто не отправлял, он от нас ничего не понимает. Там уже отправлено на бумагу, а мы вам водички попросили. И все тебе в производстве отправлено. Не, не, мы вас не покупаем, нет. Объяснил, я завтра с утра с бухгалтером сошлюсь, если вы будете иметь возможность, вы написали гарантийное письмо, что это две бумажки не будут в течение недели. То есть было отправлено в налоговую инспекцию заявка на оформление этих бумаг. Они сами понимают, что это все приехали. Еще раз, потихоньку, тихонько думаем. Вперед, 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 вперед. Давай, пошел. Это не та справка. Справку мы заказали, мы уже отправили, которую мы уже ее оплатили и отправили. Скажи, пожалуйста, ты что возможно сделали, просто есть бумаги, которые мы разговаривали, один позвонил, говорит, Саш, нужна контора, чтобы достать бумаги. Я собрал со своей конторы все бумаги, отправила все бумагу туда. Вы сказали, что у вас в этой конторе срок маленький, она молодая, нужно... Нужна контора поставки. Я нашел та контора, где я работал, где я сейчас работаю, помимо моей собственной конторы. Мне уже больше 15 лет. Вопрос сотрудники. Давай,
раз приедет в ударе, там, генеральный директор, ну, потому что, Бакир, я сам очень сильно заинтересован в этом проекте. У меня есть желание, как бы, полностью его возглавить, ну, и с вами, там, где-то, поработать, там, все, что я пишу.